Я же открываюсь, потому что у него расширенные настройки на 1920-1080. Не лагай, пожалуйста. Воу-воу-воу. Снег реагирует на мою мышку. Ладно. Играть. Вот сюда. Хопа. Оп. Все. Погнали выживать. Как сказал нам трудовик, ты должен выжить в любом случае. Как профессиональный профессионал с профессиональных профессионалов, я должен сказать, что я не профессионал. Ой, давай быстрее. Все. Спидран пошел. 9:00. Мы проснулись в ужасном настроении. Погнали. Пахнет ничем. Зачем я сел? А, shift. Shift. Пожалуйста, что-то есть. А, вон там может быть что-то есть. Я погнутал. Хорошо, что я такой молодец. Чуть не упал в воду. Сразу же, сходу. Я нашел. Слушай. Ящик, это хорошо, ящик, это хорошо, белиссимо просто. Откопаем, вот, берем. Чё там? Хоть что-то нормальное, ну. Чё это? Что это? Ром? Ещё две рыбки. Бери рыбки. Бесплатно зато. Так, у него... Это ноги, получается, значит, в руках что-то есть. Так, это рука. Это что? Это фонарик? Да ну нафиг. Не может быть. Стой. Фонарик? Стоп. Я не могу его никуда. Ладно. Чувак, ну ты молодец, ты мне фонарик подогнал. У меня... Чё-то... А, это лёд. Дикий какой. Абориген. Нашёл, что надо делать. Он знает, что надо делать. Абориген в дикой природе. Так. Ой-ой. Ой-ой-ой. Это ещё не всё. Бутерброд? Так, нужно себе быстро прийти. Ну, что? У меня инвентарь полон. Это... Она не упадет. Надеюсь, она не упадет, ладно. Let's go, let's go. Go, 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 go. О, быстро. Заходим. Минус 15, офигенно. Go, 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 go. Так, включи плиту вообще, в принципе, чувак. Чувак, фонарик это да. Фонарик это отлично. Просто. Рома. Мы сюда положим ром. Рыбку сюда положим. Рыбку еще одну. Не, одну сейчас мы пожарим. Быстро прям вот тут. Прям вот. Ультра-ультра быстро мы сейчас найдем сюда. Нажмем. Вот. И пожарить. Надо быстро за баллончиком. Этот баллончик спасет нам жизнь. Надо за ним просто вот так вот просто телемкать ножками. Телемкать сколько там градусов. А где градусы? В смысле? Все, рыбку красава пожарил. Теперь нахер. Нужно посмотреть, сколько градусов. 10. А, это плюс. Ну, на самом деле, надо уже вырубать, потому что 10 это нормальная температура. Все, отстань. Так, сожрать на рыбу. Съешь, использовать.
красава. Этим братцам положим. Нужно теперь идти за... Ой, на ром. Ром выпить надо. Один. Ну, надеюсь... Ну, блин, ну я так и знал, спасибо. Спасибо, головокружение. Спасибо, я так и знал. Нафига я его выпил? Я думал, ой-ой-ой, какой мир стал красивый, вау. Офигеть. Воу-воу-воу, вот это речка. Море, чувак. Я чуть не грохнулся. Ладно. Мы там сардины хотели стырить. Сардины, я к вам иду. Но по-бухому. Прыгай. Ой-ой-ой-ой-ой, какой спортсмен. Сейчас тошнит реально. Взять. Так, аккуратно, аккуратно взять баллончик. Это да, отлично. Немного мы тут покопаем. Реально, тут ничего нет. А, нету. Погнали дальше. Ну, и здоровье, настроение надо быть. А то что-то вообще все плохо в этом мире. Ну-ка, давайте проверим, что есть в этой куче снега. А ничего нет, не будем тратить время и сразу же побежим на другую. Я не уверен, что я тут допрыгну. Надо попробовать. Да я и не упал, нифига, что я делаю. Я говорю, чудеса. А, сил нет этого бомжа. Что делать? Сейчас сдохну. Мне нужна вода. Вода нужна, мне нужна вода. Хер ли ее нету нигде. Так, все. Мне нужна вода, мне похер. Просто беги. Просто беги за водой. Мне все, все. Все, мне плохо. Надо пить воду. Надо реально, он уже все, у него начинается третье по колено. А-а-а. Как его штырить-то, чтоб тебя? Быстрее. Что ты как... О, господи, какой экран стал. Я же допрыгнул. Еще сколько островов? Ты замерз, 34 градуса, нормально же вроде. Чувак, ты че с тобой, ну? Включай плиту, придурок. Ешь. Пить надо, стой. Пить. Стой. Чисть быстрее рыбу свою. Тап, тап. Тап. Что это? Дентальгин. Процетамол. А что он делает-то? Можно... дебил. Использовать. Зачем? Мне не нужно пока его использовать. Отцепись от этой плиты, дебил. Чё темнеет всё в глазах? Пей ром. Пофигу. Куда хуя? Зато попил. Ой-ой-ой, как всё плавно течёт, а. Ебать, умру. Давай ещё бутылочку. Живой, надеюсь? Ой-ой-ой, заливало. Всё. Фига его качает. Капец. Капец. Процетамол, дентальгин. А я не знаю, что это за херня. Ешь бутерброд. Красава. Нужно спать, наверное, да? Давай. Все, давай, ты спи. Ты сейчас сдохнешь, дебил. Как спать? Это спать? Это очки. Вот сон. А я не выключил эту. Я плиту не выключил, ребят, это... Я а с газом можно спать? Я там... Чё, блядь? Где? Дверь! Класс! Ёб твою ж мать! Ледокол! Чувак, беги!
Не трогай меня! Какая эпичная музыка, за мной, блин, едет ледокол огромный. Ой-ой-ой-ой-ой. Я не допрыгну, Я прям на угол допрыгнул, о май гад. Я прям вот на углу. Вот. Вот прям на углу. Он уже не сзади меня, правильно? Он же не сзади меня. О-о-о! Быстрее, 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 телямкой, телямкой. Ты должен успеть. Должен. Беги! Ёб твою мать. Ёб твою мать. 11 часов. Может, ты проснешься? Дверь уже, вот она дверь. А мне кажется, она отдаляется. Она, мать твою, отдаляется. Он не прыгнул! Я добежал. Нечестно. Я реально, я прожал. Я нажал пробел. Ладно. Я не сдаюсь. Это моя походка, господи. Какая странная. Я упал. А как с шифтом? Как прыгать с шифтом? Он не хочет. Вот, я нажимаю. Надо отпустить шифт и прыгнуть. Надо отпустить шифт и прыгнуть. Чё? Я проснулся. Чё там на улице? 3 утра? Серьезно? Сегодня на улице. А, может быть. Ты зайдешь обратно и не будешь выходить, потому что там все так плохо, то что. Ой-ой-ой! Включай! Огонь потратили. Я вообще по звуку не ориентируюсь, я не слышу. Ой-ой-ой-ой, меня плохо. Используем и валим на улицу. Искать воду, иначе мы сдохнем. Либо вода, либо мы сдохнем, все. Выбора другого нет. А, я еще не могу бежать, все. Пожалуйста, вода. Да любую воду, я сейчас просто... Я сейчас в речку пойду, утоплюсь, не знаю. Дайте воду, пожалуйста. Реально, ну нет у меня воды. У меня нет воды. Тут есть вода где-нибудь вообще на этих островах тупых? Хоть один, ну нет. Ну бутылочка одна. И не рома, а воды, оморок, все, я подох. Я могу встать, в смысле, оморок, это ничего. Я не знал. Минус один, хороший чел, давайте выйдем сначала вообще на улицу. Сразу же пошли на улицу искать все приключения, так. Оба-на, стой, это чё? Да встань, идиот. Это вода! Господи, спасибо. Всем, кто в меня не верил. Так, тут ничего нет, мы сейчас сдохнем. Все отлично. Все, блин, отлично. Ладно, не будем тратить нашу эстетику, а то сейчас как ляжем и не встанем. Вот у нас все плохо. Это что? Это что у нас? Это кейс! О, да. Какая у нас хорошая манера. Не откопана? Шутишь? А, он длиннее. Ну-ка, давай. Что-то, пожалуйста.
Вода! Это ж хорошо, мы проживем больше, чем... Больше, чем можем. Че там? Чизкейк? Класс. Если тут есть чемодан, значит человек есть точно. Ну блин. Ну это же логично, ну блин, ну игра, ну не порти, блин, смысл игр. В Африке нет воды также. Чувак, который на льдах выживает, ищет воду, не может найти. Есть рыба. А, мы находили же рыбу, я забыл. У нас одна она только, правда. Правда, она у нас одна. Ну ничего, нормально. Пожарить ее, конечно же, чтобы потом покушать. Я хочу пить, как бы заметно. 3 часа. Класс. Ну, температура у меня нормальная. Так, отцепился от этой... Пожрал, понял. Жри рыбу. Жри рыбу, придурок. Вкусно. Бутерброд. Положить воду сюда. Попей. Это важно. О, вода это да. Это просто, просто... А, это сок? Это сок. Нормальный сок. А есть не нормальный сок, реально. Так, у нас 10 градусов. Вообще, давайте поищем, потом придем ловить рыбу. Так, включаем эту плиту, у нас уже нормальная. Нагрета. Теперь выходим, ищем себе приключения. Так, сразу же с выхода мы поворачиваемся не туда. Не, ну сначала давайте проверим. Да что? Палатка. И что? Ладно, давайте вот этот вот кейс открываем. Он все-таки более надежный. Что же нам выпало из нашего кейса? Сок? Это уже реально сок. Или газировка, например. Это бутерброд? Real? Real бутерброд. Так, давайте откопаем эту... Ничего полезного нет, окей. Ну, может быть, что-то будет вокруг. Что? Что? Может, я просто буду водить этим прицелом и что-то найду? Может быть, так? Просто... 6 часов! А, я бежать не могу. Че я взял? Нормально. Че это? Сок. Замерзший. Нормально, нормально. Я сейчас не увижу палатку. А, хорошо, что я на втором острове был. О, как же я близко. Темнота сгущается? Нет. Нет, 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 нет. О, темнота сгущается надо мной. Нет. Будь быстрее. Ну, будь быстрее, ну, пожалуйста, ну, давай. Ну, не тупи, ну, пожалуйста, ну. Ну, чувак, ну, давай быстрее. 35, это нормально. Только пробуй сдохнуть. Я столько всего нашел, только 7 часов. Включи. Минус 14, ой-ой-ой, это плохо.
Включай. Окей, так. Можем почистить рыбу, это нормально. Вообще, мы должны попить, потому что мы прям в Рабадан сейчас просто сдохнем. Теперь пожарить и потом попить. Делай все быстрее, чувак, ты сейчас сдохнешь, реально. Вода кончается. Быстрее готовь рыбу! Обморок сейчас будет. Тихо, стой. Стой! Нет! Пей воду! Тап! Используй! Да отойди от этой плиты, дебил ты! Используй! Ааа! Придурок! Фух! Все! Нейтрализация! Сок нормальный, все, нету. Нормально. Не, ну это прям сок желтый. Я бы ему не доверял. Использовать. Схавать бургер. Бургер. Так. Окей, у нас тут все нормально. Так, выйди, пожалуйста. Как... Блять. А, тап. Так. 21 уже, надо спать, поэтому проходим к этой плите. Выключаем. Отходим. 9 градусов. Спать. О-о-о-о-о. Воды у нас просто 6 банок. Просто отлично. Че, сон какой-то? Ой-ой-ой. Это где я? Колонка. Палатка 100. Вот это я кидаю. Вот это у меня снежки. Чувак, не на того напал. Я что-то бить? Так. Из чего мои снежки сделаны? Ё-моё, каскадный какой я. Промазал. Чуть-чуть. Дёцина, чё ты встал? И чё вы встали? Ну, нифига мне, сила броска, excellent просто. Почти попал. Нифига. Ну, На! Промазал. На! Они из воды выходят. На! Промазал. На! Капец. Жесткие снежки. На! Хэдшот бич! Вынес просто палатка 100! Сколько? Ты чё охренел? Давайте половим рыбу вообще. Мы давно рыбу не ловили, как бы. Воу, реакция. Минус 23.
Нам же еще потом баллончик искать, чтобы мы не сдохли, а то... А то все плохо у нас тут вообще. Ну, лишь уже. Все, давайте поедим. Ну, хватит рыбачить, чувак, все. Красава. Мы наловили 3 рыбки сегодня поймали. Это просто шикарно. Чувак, походу, пить ходит, надо его напить. Кто этот сок? Опа! Хорош! А-а-а, класс! Так. Мне кажется, надо съесть эту, а приготовить 3 сразу, а потом пойти. Уже 7 часов! Надо жить, ё-моё. Стоп, нужно взять с собой. Плите. И давай готовить. Сейчас мы почистим их. Это еще не все рыбы, поэтому сейчас мы будем чистить рыбы. Все, мы почистим. Жарим. 3 рыбы сейчас будем сидеть жарить. Тупо без остановки вот так сидеть над плитой. Просто в шоке. А почему мы не используем... Почему мы сразу все рыбы пожарить не можем? То есть... Баллон закончился! Валим быстрее на улицу искать новый! Где мы его найдем? Тут вообще ничего нет, мы бомжи тупые! Куда? Можно, можно туда пойти, но мы допрыгнем, не допрыгнем, я не знаю. Может быть и нет. Надо попробовать. Только... О, блин, да ты не бегал, тупой, куда ты поплыл? Куда ты поплыл? Я надеюсь, вам понравилось этот... монтаж. Если вы до конца смотрели, до конца просто красавчик, вообще лучший. Поставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь. Всем удачи и пока.